Всем привет, друзья! С вами Маломадрас. И сегодня мы с вами будем играть в игру, которая называется City Battle Virtual Earth, то есть виртуальная земля. Короче, не так давно я собрал себе новый ПКшник, поэтому сейчас в будущем, точнее, времени, в настоящем и будущем будет гораздо больше ПКшных игр, чем раньше. И я решил выбрать сегодня, так сказать, себе подопытного, на котором я буду тестить свой новый ПКшник, и эта игра как раз City Battle. Она вышла не так давно в Стиме, это новый шутер, командный шутер, то есть, ну, наподобие Overwatch'а и прочих игр, или Unreal Tournament'а, но она новая, и, насколько я знаю, она от наших отечественных разработчиков, что, в принципе, меня сразу же просто заинтересовало, как нужно обязательно посмотреть. Тем более, когда появился новый ПКшничек. В общем, игруха. Мы сейчас будем тестить всю эту движуху, что это вообще, что она из себя представляет. Но меня еще подкупил тот факт, что она бесплатная. То есть она абсолютно бесплатная, ее можно скачать в Стиме. Если что, ссылка у меня будет в описании. Давайте же разбираться, что это за такой проект, что это за игра. Я почитал в Стиме, это... В целом, ух ты, ёлки-палки. Так, подождите. Не-не-не-не. Так, главное, вы не поселились. Чемпионат. Сейчас, короче, погодите. Погодите, все по порядку. Давайте смотреть. Роботы, офигеть, сколько их. В общем, я прочитал информацию об этой игре, что по лору игры, ну, по задумке здесь, так сказать, альтернативная реальность, где есть много республик разных, где, вот вы видите, сколько их, просто капец. Но в каждой республике, в каждой стране, так сказать, выбирается свой правитель, и происходят между собой вот эти вот сражения именно республиканские. Тут можно... Офигеть, сколько тут всего. И то есть можно сражаться именно между республиками. Смотрите, Челябинская, Севастопольская, Иркутская, Киевская, капец. То есть все настолько прикольно сделано. И, блин, классно. Так, подождите, давайте теперь роботов посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь роботов, семь классов, офигеть. Так, у нас есть страж. Ууу. Анимасьон, ну вообще, смотрите, это какой-то самурайчик, самурай жесткий, это танчело, да? Лазер, так, у нас есть чатик даже. Лазер наносит урон, замедляет и временно уменьшает способности, блин, как включить чат? Способности противника наносить урон. Щит и таран, окей, ну это танчело, да? Тут можно еще выбирать оружие, стиль, а, ну стиля пока нет. Дальше улучшение. Воу-воу-воу, полегче. Не, все, в это я не лезу. Смотрите, сколько перков. Офигеть, я еще даже катки не сыграл. Капец, уже все, ясно. Идем дальше, бомбер. Торнадо запускает снаряд, который создает воронку, затягивающую противника, вносящий урон. Капец. Бомбер создает перед собой энергетический барьер, блокирующий огонь противника. Так, что тут? И форсаж, бомбер быстро летит в направлении курсора мыши, расходуя топливо. Офигеть. Диверсант. Сканирует область, гранаты, скачки, капец, ребята. Поджигатели, это прям моя тема. Похоже, знаете, на Свена из Дотки. Второй шанс, поджигатель восстанавливает прочность расхода заряд второго шанса. Заряд накапливается при нанесении урона и уничтожении противников. Смертельный урон, короче. Ребята, читать можно 100 лет. Но мне нравится, как это, во-первых, сделано, знаете. Очень красиво, очень довольно-таки прикольно это все сделано. И напоминаю, что это отечественные разработчики. Ну, то есть, блин. Ну, класс, окей, ладно. Так, хищник, тоже девочка у нас, смотрите. Телепорт, телепортирует техника к выбранному союзнику через стены даже. О май гад, о май гад, штурмовик, окей. Ну это быстрое перемещение по направлению движения. То есть у всех есть какая-то мобильная способность, да, жесткая. Плюс атакующая и ульта, офигеть, ну это классно. Единственное, что я так и не понял пока что, что по стилям. Скоро, ну, видимо, вот магазин у нас есть, смотрите, есть премиум аккаунты. Насколько я знаю, в этой игре нет доната. Такого в плане, что вы там купили супер-мега-пушку и стали убиватором 228 и всех разносите. Нет, смотрите, тут у нас есть скинчики. Воу, тут, то есть, вот, можно купить себе уже скинчики даже. И ВМ-валюту. Так, окей, ну с этим будем разбираться позже. Если мне эта игра зайдет, я в нее планирую поиграть
довольно-таки прилично, потому что, блин, мне уже нравится. Ладно, поехали. Давайте посмотрим, что у нас. Выберите республику. Уу, капец. Так, Таллинская, Рижская. А это у нас что, Московская, Север? А есть Питер прям мой? Вот есть Питер. Можно Питер? Конечно, смотрите, как красиво, ребят. Ну где еще так? Вот я реально впервые вижу подобную фигню. Вот офигеть. Так, подождите, это у нас Евразия. Это что у нас? Это у нас Европа пошла. Вот зона Таллинская, Рижская, бам-бам-бам, Донецкая, Львовская. Не, это не Питер. Так, ладно, давайте вот здесь возьмем. А ну тут нет Питера. А, Петербургская, вот. Все, я хочу поселиться здесь, ясно? Офигеть, вот министр обороны не назначен, президент не назначен, министр комьюнити не назначен. Министр комьюнити? О, паца, по-моему, надо, короче, биться в министр комьюнити. Ладно, ребят, давайте, наверное, поиграем. Тут есть быстрый бой. Пипец, я думал, что мы сейчас зайдем и начнем играть с вами. Ну тут капец, миллиард чего можно было посмотреть до того. Так, быстрые бои, рейтинговые, чемпионаты против ИИ и стрельбище. Смотрите, стрельбище недоступно, против ИИ, ПВЕ режим. Офигеть, только нужен уровень 19. Оу, это еще не скоро. Чемпионаты. Чемпионаты через 4 дня откроется регистрация. Кстати, эту фигню я тоже читал. То, что по этой игре будет чемп 3-го, по-моему, ноября. 3-го. То есть, шарите, игра только вышла. В ней нет про-игроков. В нее может зарегаться каждый вообще. Слушайте, блин, интересно, интересно. Я уже офигеваю вот от чистого сердца просто, зайдя в то, что я вижу. Я надеюсь, внутренняя часть вот меня вообще не разочарует. Давайте возьмем быстрый бой. Максимальный размер группы 3 человека, окей. Фу, я в предвкушении, ребят. Классов просто огромное количество. Я не знаю, как тут в один ролик все уместить, чтобы посмотреть все классы. Вы, кстати, пишите обязательно в комментарии, как вам игрушка. Если она вам зайдет, мы обязательно запишем еще выпуски. Поиграемся, посмотрим разные классы. Возможно, в дальнейшем еще какие-нибудь гайды будем писать. Но если она вам понравится. Потому что, конечно, мобильных игр у меня много на канале. В основном PUBG. А тут какое-то разнообразие, блин, ПК-шное. Так, окей. Захватить носители данных. Базара ноль. Так, ребятки, настало время выбирать себе класс. Я не знаю, я не люблю играть за танков. Так, ребята. Да, я не успеваю, мне мало времени дано. Так, давайте снайпер. Я не знаю, что дает этот класс. Воу, ребята. Как же классно играть с высоким FPS-ом. Офигеть. Это круто. Так, что у нас здесь? У нас есть shift. Это мы ускоряемся просто. Кьюшка. Ой-ой-ой-ой. Минус. Это я убил или нет? Я что-то не понимаю. Так, мы на шифте должны бегать. Воу-воу-воу-воу-воу. Почему у меня такая тупая пушка? Скажите, пожалуйста, где зажим? Зажим. Я хочу делать зажим. Ты куда делся, собака? Я хочу делать зажим. Капец. Вот это игруха, ребят. Ну это динамика, елки-палки. Это динамика. Что у нас происходит? Кто выиграет вообще? Ай, там она. Так, правая кнопка мыши. Воу, я упал! Что? Что? Так, ладно, ребят, меня сильно не хейтить, потому что я в такие игры не играл со времен Unreal Турнамента, наверное, вы представляете? Так, смена комплекта. Что у нас тут? А я шифтую или вообще нет? Так, подождите, что это? Вот надо было читать, на самом деле. Надо было читать. Нажмите shift для... Иди сюда, собака. Смотрите, что я могу делать. Смотрите, хоба. Бам-бам-бам. Здорово. Здорово, пес. Ой-ой-ой, кому-то хедшот дал. Оп, смотри, здесь. Я здесь. Офигеть, ребята. Офигеть. Привет, чучело. Привет. Оп-оп. Я убил. Или не я убил. Подождите, где я вообще? Мармеладос, уничтожение 1. Я кого-то убиваю все-таки, хоп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, танк. Ой, танк, иди отсюда. Подождите, так, у меня еще есть всякие. Смотрите, хоп. Во, видали, что я могу делать, смотрите. Я байчу собак. Так, а здесь и невидимка, да? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Я опять упал в эту фигню. Ну почему я так делаю, скажите мне, пожалуйста. Почему я так делаю? Ладно, наша команда выигрывает. Я могу себе позволить. Я могу себе позволить, ребята. Хоп. Подождите, вот. Хоп. А, это наша, блин. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ой-ой-ой, ультуха, что ли, у него? Видали, у него жесткая. Хоп.
Эй, мужчина, мужчина, подождите! В смысле сбой системы? Так, подождите, аккуратно. Тут нужно еще изучать, ребята, всех противников, потому что это капец. Нужно понимать, что они вам могут сделать, блин. Так, 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 тихо. Давай туда ему поставим фейковую, фейкового. Так, 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 я невидимка не... В смысле? Слышь, носитель... А, ты что, сумасшедший? Ты как ее убил вообще, собака? Не, ребята, веселая игра однозначно просто. Я, конечно, пока в нее плохо играю, но это как обычно. Так, давайте сюда. Оп. Воу-воу-воу, эй-эй, хватит меня сжигать. Хватит меня сжигать. Воу, это что такое, твою дивизию? Офигеть, вы видели, что вообще происходит? Давай сюда, наверх, можно же? Воу, привет-привет, ребята. Здорово. Нужно научиться играть, ребята. Нужно учиться срочно играть, это точно. Так, хоп, я невидимочка, я невидимочка. Ай, собака, нельзя, да, типа, пройти? Воу, сюда-сюда-сюда. Хоп. Ай, блин, да ты зачем застилил моего пацаненка-то, а? Мне не нравится мое оружие, ребят. Я люблю зажимные пушки, а не какую-то фигню, если честно. Потому что это... Опа, привет! Слышь, собака, ты вообще в курсе, что не надо сюда заходить, да? Сюда не надо. Что там у меня? Я убил... Я уже убиваю троих, елки. Воу! Тихо-тихо-тихо. Оп-оп-оп. Оп, сюда его. А что там у нас? А у меня есть ульта вообще какая-нибудь, я не понимаю. Оп-оп-оп-оп, привет, подруга. Привет-привет-привет-привет-привет. Я попадаю вообще по ней? Вау! Эй, носитель Б, привет. Минус. Фу, ребята, это, конечно, динамика. Это вам не просто так в кустиках сидеть. Это капец, это очень классно. Мне очень нравится. Так, смотрим. Эй, собака. А если я туда ему под... Нельзя поставить, да? Вот сюда можно зато поставить. Уходим, уходим, уходим. Невидимочку врубаем, невидимочку врубаем. Не, мне нужен другой класс, ребята. Это не мой, это не мой класс. Так, тихо. Привет, привет, серьезно. Привет, привет, пацан. О, пацан, здорово. И тройное убийство. Все, я веселый, я веселый, мне нравится. О, кто захватил носитель Б? Я сейчас вам покажу. Оп, вот так вот батя может. Смотри, хоп, сюда им байтушу ставим. Оп, 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 оп. Ой, как хорошо-то. Ребята, это просто прикол. Я не верю, что это делают отечественные разработчики. Я вам клянусь, это первая игра, которую я прям... Меня просто затягивает, елки. Еще играть бы научиться вообще было бы очень хорошо. Тихо. Вот сюда им ставим этого. Воу-воу-воу, тихо, дядь! Офигеть. Да, да, ребята, носитель Б. Мы почти выиграли, у нас почти целый раунд. А, уже наш, хоп. Опа, сап, здорово, здорово, здорово. Они не могут типа стрелять, мы их просто здесь, понимаете, мы их здесь зажали. Хоп. Погодите. В смысле? Давайте туда, туда бросай. Хоп. Эй, пес. Хоп. Давай перезаряжайся. Эй, эй, сеньор. Сеньор помидор. Воу, ты куда летаешь-то? Ты чё, дядь? Оп, оп, помогите! А чё ты такой бронированный? На! Фу, ребята, это жестко. Я думал, мне задница уже, если честно. Нет, нет. Блин, конечно, пушка, это... Она очень убивная, кстати, я заметил. Но... Да, не туда кинул. Она убивная, но... Нужно постараться, знаете, попасть еще. Так. Ой, я не туда сделал, я не туда сделал. Хоп, вниз, давайте прыгнем. О-о-о, тихо-тихо. Дядь, как дела? Здорово. О-о-о, еще один. Привет, 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 чувак. Офигеть, ребят, меня убили. Ну вы видели, сколько я жил. Просто я в этом раунде настрелял уже 10-рых. Это круто, это очень классно. Блин, огонь. Я хочу уже другого какого-нибудь посмотреть, на самом деле, потому что я устал за него играть, блин. Давайте еще кого-нибудь мне. Позажи мне. Блин, надо прокачивать. А, тут же еще сейчас прокачечка будет, да, ребят? Хоп.
Хоп, вот так вот можно делать. Вот это телепортейшн, вот это телепортейшн, я понимаю. Хоп-хоп-хоп. Дядь, чё как оно? Выходи, выходи, файтиться будем. Воу-воу, подруга. Ух ты, её как взорвали, это хорошо. Ой-ой-ой, дядька. Тихо-тихо-тихо-тихо, падай. До свидания. Так, тут нужно еще за таймингами обязательно следить, ребзя. Что у нас тут? Хоп. Воу-воу, дядь, ты чё? Ты чё-то... Ты дикий, что ли, дерзкий, как пуля резкий? Привет, привет, привет. Я невидимка. Оп, оп, оп. Чё сразу прятаться-то? Минус, дядь, давай в спину его. Оп. Я нормально, кстати, накидал ему. Так. Привет. Оп, как дела? Дядь, здорово. Магнитики, говорит? Окей. Так, осталось 3 очка, ему победили. Я не знаю. Ребят, я ни хрена не понял, что за носители. Мне просто было весело стрелять просто. Мне срать на носители. Пусть тут ребята что-то достигают. Я правда, не... Я 4-е место в команде занял. Ну, я считаю, что это неплохое достижение. Статистика боя. И тут я, видите, такой красавчик. Так. Капец. Личная, командная... Ну, несмотря на то, что я убил 12 человек, я все равно, не, ну, нифига не на первом и не на втором. Тут, видимо, важны еще очки вот этих данных, да, которые мы добываем. Ну, окей. Ну, ладно, короче, давайте дальше в лобби посмотрим. Уровень аккаунта у меня уже 6. Нет, у меня второй уровень аккаунта. Давайте-ка посмотрим, что по роботам. Я бы хотел прокачаться, потому что... Ну, а почему нет? Что у нас? Улучшение. Можем ли мы сейчас что-то... Можем, смотрите. Причем, погодите, а если мы очки потратим, например, на диверсанта? Да, представляете, то есть можно одновременно вкачивать классы. То есть играть, допустим, за одного, вкачивать другого, это прикольно. Так, ну давайте, наверное, я хочу сыграть, наверное, в стража все-таки. Или бомбера, бомбера. Давайте сразу его вкачаю. Турбулентный урон, плюс 25 к урону, любому урону. Это у нас уже, подождите, уже вкачано. Плюс 1 секунда во времени жизни торнадо. А здесь мы пока ничего не можем вкачивать, да? Окей. А это что у нас? Ну давайте вкачаем пофигу что. Просто здесь нет очков. Недостаточно средств. Значит, вот это нужно покупать. Или что? Блин, нет. Тут, короче, нужно очень много копить, я так понимаю. Давайте еще раз сыграем быстрый бой. Только уже за кого-нибудь другого. Так, ребятушки, давайте теперь выбирать, наверное... Окей, окей. Так, у нас есть поджигатель, у нас есть снайпер, мы играли, техник, штурмовик и бомбер. Давайте бомбера выберем, вот чисто по фану, чисто по фану. Воу-воу, так, у него другие ски... Ух ты, он летает, что ли? Смотрите, смотрите, как он летает. Пау! Эй-эй, себя не подорви, себя не подорви. Правая кнопка. Подождите, у нас есть какие-то бомбочки. Носители данных. Вот, и что это будет? Это мины, да, я так понимаю? Окей. Пипец, он летает. Смотрите, он летает, у него есть определенное топливо. Так, а если вот это... Оп. Ой-ой-ой. Ой, дядь, привет. Дядь, здорово. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу. Щит, привет. Дядь, здорово, как дела? Нормально все? Воу-воу, сбили меня. Дядь, да хорош, стреляй. Да сколько можно-то по мне работать, ну... Дядь, нормально все? Оп, привет. Да что за фигня? Я не понимаю этого робота. Как за него играть-то? Как за него играть-то? Смена комплекта. О, можно смену комплекта делать. Окей. Диверсант. Вот это, ребята, вообще круто. Я только хотел сказать, что было бы прикольно, если бы можно было менять. Так, что у нас? Сканирование области. Оу! Правая кнопочка. Пяу, пяу. Здорово, дядь. Как дела? Нормально все? Оп. Со спины зашел. Привет, 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 привет. Ой-о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 й
Так что делает ее вот эта бомбочка, я понятия не имею. Но мне пофигу вообще. Так, меня кто-нибудь лечит? Такое ощущение, что меня лечат, ребят, потому что... Я не знаю, откуда у меня столько здоровья! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Дядь, сюда! Офигеть, блин, что такое? Что происходит? Я стреляю каждый раз разными пушками почему-то. Воу-воу, прекрати! Прекрати, не надо меня трогать. О, я забиваю, что я ТП-шицы умею. Капец, ребят, что делать? Что делать? На, минус.
Воу! Сюда. Офигеть, сколько у тебя хп, собака? Ой, ну меня убили, да. Ну я хз. Более сложные, кстати, более сложные ребятки. Так, давайте за штурмовика поиграем чисто. У него есть спейс. Просто спейс. Ууу, это что, это камикадзе какой-то? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, дядь, здорово! Здорово-здорово! Привет, как дела? Да в смысле? Офигеть, вот тут уже все сложнее, ребят. Если честно, снайпер мне нравился больше. Давайте за стража поиграем. Это щиты у нас, да? О, пулемет-то! Вот это я понимаю! Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Получили. А нужно перезаряжаться? Да, можно перезаряжаться. Смотрите, мы проигрываем, ребят. Воу-воу-воу-воу-воу, улетаем, привет! Дядь, здорово! Нормально все? Ты куда прыгаешь-то? Подожди, где она? Оп, 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 сюда идем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Здорово! Блин, мало дамага на самом деле наносится. А что это? Это щит, да? Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, здорово, 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 подруга, подруга, привет! Так, привет! А что ты такая захиленная, эта собака? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Это ультуха, что ли? Это что было только что? Офигеть! Привет, привет, подружки! Ну, мне жопа, да? Да, мне жопа, скорее всего. Ха-ха, это круто. Ребята, это круто, хоть мы и проигрываем, но я просто понимаю, что вот этот класс на самом деле самый топовый. Вот чисто для меня снайпер и вот этот вот танк, это, блин, круто. Так, что у меня? Заряжается какая-то байда. Что значит правая кнопка? Мы просто задоримся, да? Просто раскручиваю, получается, или как? Просто раскручиваю, отпусти. А здесь стреляем, я не понимаю, зачем раскручивается и стреляться, но, в общем, пофиг. А, он ускоряет, ускоряет, смотрите, прикольно. Мы проиграем скоро сейчас. Здорово, ребят. Как дела? Нормально? Давай, ульту, ульту, ульту. Ай, собака ты вонючая. Я, если честно, не понимаю. Очень мало дамага. Она то ли хилится, то ли что. Она очень легко хилится, ребят. Я хз. Как против них сражаться? Какие-то серьезные ребята. Как мне набирать вот этот значок Q, ульты? У меня 15% всего. Эй, ребят, привет. А, я понял. Серьезные ребята, вы что здесь делаете? Я сейчас сдохну, смотрите. Ну капец, давайте кого-нибудь еще. Давайте снайпера возьмем. Снайпер. Да, противник скачал почти все данные. Давайте их убивать, что ли, я не знаю. Где ваши противники-то? Так, хоп. Осталось 100 очков, ребят. 100 очков. Хоп. Сюда. Идем быстрее, быстрее, быстрее. Идем, 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 идем. У меня есть ускорение. Давайте сюда. Хоп. Минус. Давай, гаси этих мразей. Ну-ка, надо забрать. Привет. Привет, подружка. Не ожидала. А ты тоже не ожидал? Да чего вы такие бронированные? Это я не понимаю, а? Че вы такие бронированные? Их вообще не убить. Ну, посмотрите. Это хилы есть. Наверное, есть хил в команде. Да, я сдох. Ну, тут реально просто тотальный разгром. Молодцы, ребята. Это вам не как мы в первой своей карточке сыграли. Классно, что можно реально выбрать любого абсолютно героя, попробовать его классы. Мне нравится. Блин, жалко, я не всем сейчас... Воу-воу-воу-воу. Противник успешно скачал данные. Да. Поражение. Ничего страшного. Одна победа, одно поражение. Ну, ничего тут... Первое место, второе место. Ну, я не попал сейчас в этот список. Ну, ничего страшного, ребята. Мне понравилось играть. Плюс 8 ВМ. Кстати, не так уж и много дают за, ну, вообще за каточку. Но это и нормально. Зато здесь нету, скажем так, донатных вот этих улучшалок, что вы там повесили на себя суперпулемет и не убиваем. В общем, что я могу, ребята, сказать? Я вижу готовый шутер, просто полнейший, офигенный, динамичный, что я человек, который... Не так часто играет в подобные шутеры. Я залип, мне было очень интересно и прикольно. Я надеюсь, вам тоже понравилось, потому что я бы поиграл в эту игру и дальше. Вы обязательно пишите свое мнение в комментариях, как вам эта игра, что вы вообще о ней думаете. И
Увидимся с вами в других роликах. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. С вами был Маламадрас. До встречи.